Інцидент відбувся у одним з приватних подвор'їв, коли контролер робила плановий обход абонента і здимала показання лічильників. Хозяин дома по улице Жлобинской впустил ее домой, дал возможность проверить показания и уже при выходе препятствовал ее, значит, выходу за пределы своего землепользования, избил и натравил собак. Получается, что на призыв о помощи соседи неравнодушно откликнулись, помогли ее, значит, вызвались. Между контролером бобруйских электрических сетей и хозяином дома возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину. Выходя из со двора дома, уже у калитки, ее укусила собака, которая находилась во дворе дома без привязи. Жанчыну шпіталізавалі, а мужчыну затрымалі. Як паведамілі праваахоўнікі, ён раней тройчы працягваўся да крымінальнай адказнасці менавіта за нанясенні цялесных пашкоджанняў. Цяпер міліцыянеры высвятляюць прычыны і абставіны здарэння. Следчыя вырашаюць пытанні пра звядзенне крымінальнай справы. Наталія Юдакімова, Сергей Крапяков, Константин Шаўцоў. Навін рэгіёна.